весенний студенческий бал будет в этом году проходить в фабрике Space 27 апреля, это будет пятница, а в 18:00 у нас уже будет начало. В этом году мы решили организовать бал, который будет объединять 7 вузов, самых больших вузов в нашем городе, вот, и, наверное, его особенность то, что это студенческое мероприятие, организованное студентами такого масштаба, около 80 пар, то есть, соответственно, только 160 выступающих. Изюминка того, что в нашем городе очень мало мероприятий таких качественных и масштабных, организованных самоуправлениями, вот, и мы попытались объединить вузы, то есть сделать что-то, чтобы не было такой конкурентной борьбы, а чтобы мы сплотились над одним большим проектом. У нас будет также афиши в метро, вот, и на них, собственно, будет QR-код. То есть для всех желающих посетить наше мероприятие, вход будет свободный, но нужна будет предварительная регистрация, которая будет, собственно, в QR-коде. Поэтому мы очень приглашаем всех студентов, администрацию города, администрацию вузов и всех, в принципе, желающих, которые любят красивые мероприятия, прийти и посетить наше мероприятие.